от разврата и пьянства. Они стремятся к более новым каким-то еще ощущениям, поэтому порой находят их в психоактивных веществах. До здорового образа жизни. Я поняла, насколько лучше чувствует себя организм, насколько мне легче, комфортнее. Как сбежать от плохих привычек. Избавиться от каких-то своих проблем и вредных вещей, которые существуют. Договориться с собой. Без желания что-то изменить, он не поймет. И начать новую жизнь. Я искала пути, как быстро прийти в норму. Залог долголетия. Думают, раз живем в Беларуси, значит, картошка должна быть основным блюдом. На самом деле нет. Тренд современной молодежи. Это всегда очень пригодится в жизни. Смотрите прямо сейчас. У меня очень много знакомых с сахарным диабетом, курением, алкогольная какая-то зависимость. Я когда училась в школе, у нас периодически приходили, агитировали, что это вредно, что это плохо. Чтобы быть здоровым человеком, надо питаться правильно, вести правильный образ жизни. Меньше алкоголя, меньше курения. Спорт, ну, по возможности, потому что как бы ритм жизни у каждого разный. Кто-то может устраивать себе пробежки по утрам, а для кого-то пробежка – это уже путь на работу. Проблема есть, да. Вот сейчас появились вот эти все вейпы, мне кажется, да, от мала до велика. Если раньше можно было понять, что он курит, и как-то можно было, да, поговорить дома, побеседовать. Сейчас они особо так и без запаха. Необходимо иметь здоровую нервную систему, меньше нервничать, но также соблюдать здоровый образ жизни минимально хотя бы. По утрам прогуливаться пешком, соблюдать питание, водный баланс. Дни трезвости у нас все новые появляются. Поэтому, а с наркотиками тоже, я думаю, что ведется очень сильная сейчас борьба. Каждый второй белорус 18 лет страдает от заболеваний. Около миллиона жителей имеют проблемы с сердцем, сахарным диабетом, психическим здоровьем, а также зависимости от вредных привычек различной степени тяжести. Первая попытка точно оценить важные причины, связанные с развитием болезней различного типа, употребление табака и алкоголя, нездоровое питание и не только. В городе Бобруйске по итогам 2023 года в целом отмечается снижение общей заболеваемости молодежи, но в свою очередь есть определенные сложности. На первом месте заболевания органов дыхания и в разбивке в целом 46,3%, почти 10% заболеваемость от травм и других воздействий, связанных с внешними причинами. И на третьем месте почти 7% занимает эндокринное заболевание по итогам 2023 года. Рост заболеваемости на 1,5% болезни органов дыхания и на 1,2% болезни органов пищеварения. Примерно 30% населения, в частности подростки, имеют проблемы с психотропными веществами. Благодаря профилактике снизить остроту за последние годы удалось, но наркомания резко обострила проблему СПИДа. Число зарегистрированных в Беларуси ВИЧ-инфицированных ежегодно удваивается. Среди них 80% зависимые. Перепады настроения, раздражительность, смена ритма сна и бодрствования. К слову, деградация личности в результате приема препарата наступает в 15 раз быстрее, чем от алкоголя. Небольшая доза вещества может принести непоправимый ущерб здоровью, расплачиваться за совершенную ошибку придется годами. В наше время наркомании подвержены в основном люди, которые или имеют низкий социальный статус, или наоборот, более высокий социальный статус. Наблюдается подростков не так и много, на самом деле, по наркотикам. Я точную цифру не буду говорить, но их стало меньше, чем было год, два, три назад. Но исходя из тенденции распространения наркотических средств, очень много наверняка невыявленных несовершеннолетних и, в принципе, молодежных каких-то компаний, которые употребляют психоактивные вещества и алкоголь. Они достигают эйфории, но со временем, увеличивая дозировку, они могут привести себя к интоксикации. Соответственно, выглядит это чаще всего как отравление. Это может быть как тошнота, рвота, потеря сознания или, в принципе, одурманенное сознание у человека.
Давно не секрет, к экспериментам со спиртными напитками молодежь склонна больше, чем с наркотиками. В стране до 60% населения в возрасте до 21 года отнесено к группе риска. Цифра 2 миллиона – только среднее количество людей, которые могут иметь проблемы с пьянством в разной степени выраженности. Общенаучный факт – даже маленькие дозы горячительного поражают весь организм, а избавиться от алкоголизма угрозами родственников, просьбами, мольбами и силой воли невозможно. Эта болезнь требует вмешательства врача. При попадании алкоголя в организм человека, самого этанола, если брать более химическое название, то он попадает в печень и разлагается на более еще токсические вещества на самом деле. Первая причина употребления алкоголя – это чаще всего какие-то социальные факторы. То есть человек из-за какого-то эмоционального перенапряжения, стрессовой ситуации, он приходит к тому, что ему надо расслабиться, он выбирает более легкий путь, и это, предположим, алкоголь. Употребляя алкоголь, если человек употребляет его ежедневно, формируется порочный круг, когда человеку на следующий день надо перестать употреблять алкоголь, а ему становится плохо. Некоторые люди для того, чтобы устранить данные симптомы, употребляют уже вещество, в данном случае алкоголь, что приводит его к дальнейшему опьянению, что приводит в дальнейшем опять же к наличию состояния абстиненции. На фоне плохих взаимоотношений в семье, неблагополучных компаний и вредных привычек появляются нестабильные морально люди. По данным ВОЗ, в мире психические расстройства входят в первую пятерку заболеваний, ведущих к потере трудоспособности. Почти миллиард человек земного шара страдают недугом. Такого не было 30 лет тому назад, когда я начинала работать. Проблемы такого характера идут из детства, в частности, из семьи или приобретены генетически. Рассмотрим вопрос детальнее. Мое мнение, наверное, может быть, оно и совпадет с мнением других психиатров, других специалистов. Проблемой, в том числе, кстати, подросткового и детского населения, и взрослого в том числе, является высокая информационная нагрузка. Тот объем информации, который мы получаем, не фильтруя причем для себя, он тоже губителен для человеческого мозга. То есть усвоить это количество информации мы не в состоянии. Информационные психозы их называют, потому что ведь информационный контент бывает разным. Он бывает очень агрессивным, он бывает достаточно не вызывающим положительные эмоции. Раньше ведь аутизм – это были единичные случаи. И, как правило, аутизм потом переходил в разряд, простите, шизофрении. Рост детей очевиден. Вот начиная работу 30 лет тому назад, я видела буквально пару детей на весь город Бобруйск. Но сейчас их уже более 50. В лидерах самых распространенных ментальных проблем белорусов расстройство невротического спектра – тревожность, стресс, депрессия. Такие диагнозы были поставлены более чем половине обратившихся за помощью в прошлом году. Около 25% состоящих на учете имеют серьезные психиатрические диагнозы – шизофрению, биполярно-аффективное или большое депрессивное расстройство. Это совокупность условий, при которых живут люди, и совокупность тех скажем так, вредности, которые окружают нас. Почему у здоровых родителей появляются дети с какими-то невротическими расстройствами? Во-первых, это зависимости. Зависимости от гаджетов, зависимости от игр. Да, сейчас лудомания, она достаточно распространена. Невротические расстройства у детей, кстати говоря. Тревожные расстройства, депрессивные расстройства. У нас есть дети, которые принимают антидепрессанты. Уже в возрасте, допустим, там 12-13 лет. Первое и самое важное – желание человека начать новую жизнь. Он должен полностью осознать свою проблему и признать, он алкоголик или наркоман. Без этого избавиться от пристрастия и проводить лечение крайне сложно. Путь к жизни без вредных привычек всегда начинается с осознания проблемы. Мы можем это вообще просто обобщить о том, что это зависимость. Если человек не видит вреда здоровью в своих действиях, считая, например, что он просто выпивает иногда, как все, или ничего страшного в этом нет, то излечение практически невозможно. Другой вариант – договориться с собой и, наконец, поставить точку. Я встречала очень много людей, которые говорили о том, что я очень сильно хочу, да, очень так хочу, что прям вот включается врач, он помогает выходить, а потом оказывается, что хотел он совсем ненадолго, да, ну, то есть получается о том, что хотел, потому что
есть какие-то проблемы, там, не знаю, с мужем, с женой, с мамой, какие-то на работе, то есть это вот решение, да, ну, то есть когда человек по-настоящему хочет, да, его ничего не останавливает. Врач – это всего лишь тот человек, который может помочь ваше состояние сделать лучше, да, ну, и постепенно выйти из какой-либо зависимости, но самое главное – это должен быть само желание человека. Вред организму может нанести не только сам человек, но и окружающая среда. Такие факторы особенно отражаются весной, в период цветения, а значит и аллергии. От нее страдает каждый пятый житель республики. В особенности это проблема молодых. Больше становится аллергиков, особенно в детском возрасте, в молодом возрасте. Порядка 30 тысяч человек в Беларуси имеют сезонные аллергические заболевания. Менее 1% населения Беларуси обращается к врачам-аллергологам. Первые клинические проявления аллергического ринита и полиноза чаще всего приходятся на детский возраст. То есть это 7-10 там, лет, иногда подростковый возраст. То есть обычно ринит и полиноз проявляют себя, начинают до 30 лет. Астма также как бы очень часто развивается именно в детском подростковом возрасте и потом уже преследует человека на протяжении всей его жизни. Причина их недуга буквально витает в воздухе. Это пыльца березы, клена, тополя и других растений. Спрятаться от нее не получится даже в больших городах. Ветер переносит пыльцу на километры. Обычно, если уже симптомы проявились при каждом контакте с этим аллергеном, то уже какие-то симптомы будут присутствовать и дальше. Но можно, во-первых, избавиться от этого аллергена. То есть иногда это просто, иногда это сложно, но это возможно. Также есть такое лечение аллерген-специфическая иммунотерапия, то есть которая немножко натренирует нашу иммунную систему не реагировать на эти аллергии, ну и масса как бы других лекарственных препаратов. То есть абсолютно полностью, скорее всего, нет, ответ будет. Но есть много вариантов лечения, чтобы облегчить симптомы. С каждым годом в Беларуси растет количество людей с аллергиями. Медики уверяют, это может быть связано со стрессами, загрязнением окружающей среды, питанием. Каждый второй страдает реакциями на какой-либо продукт, будь то орехи, молоко или мед. К слову, это тот перечень, который нужен для получения необходимых питательных веществ, витаминов, без которых не может все функционировать правильно. Многие сталкиваются именно с этим. Если человек не получает нужных компонентов или, напротив, принимает в пищу то, что противопоказано, могут развиваться заболевания. В основном, когда оно не сбалансировано, то есть, например, человек не доедает либо белков, либо жиров, даже тех же углеводов, хотя их очень часто демонизируют, и на основе этого начинают возникать дефициты. Если человек вообще не соблюдает белки, жиры и углеводы, то есть самые питательные вещества, у него мало клетчатки, у него мало зелени, фруктов, овощей и так далее, то рано или поздно, ну, допустим, молодой человек, он будет на ресурсе молодости работать, и потом, впоследствии, это может выражаться в каких-то заболеваниях. То есть рано или поздно все равно это приведет к заболеваниям. Здоровое питание не означает скучное меню и отказ от вкусных блюд. Как раз наоборот. Оно подразумевает сбалансированность, которой можно добиться. Все зависит от размера порций и частоты приема пищи, с помощью которых человек сможет получать необходимые питательные вещества, быть здоровым и деятельным. Более того, с помощью рациона можно даже вылечить болезни. Обязательно в вашей тарелке должны быть овощи на каждый прием пищи. Есть даже такое правило тарелки, когда вы делите свою тарелку на несколько частей. Так вот, половина должна занимать клетчатка. То есть на половине тарелки у вас должны лежать овощи. Либо это салат, либо просто порезанные овощи, либо тушеные овощи. И делите практически напополам, чуть-чуть больше для белка оставляете и чуть-чуть меньше для углеводов. И примерно свою тарелку вы должны представлять именно так. И на завтрак, на обед, на ужин, например, углеводов можно поменьше или вообще практически не употреблять. В среднем на каждого белоруса в год приходится около 60 пакетов молока, 265 яиц и почти 100 килограммов мяса. Но что, если исключить из рациона каждый из этих продуктов питания и лишить организма всего, что так привычно обычному обитателю? Тренд современной молодежи – ЗОЖ, повернутых на веганство, исчисляется миллионами. Началось с того, что после родов я искала пути, как быстро прийти в норму, как сбросить вес и как, чтобы было больше энергии, потому что ее было как-то маловато, и была тревожность.
я начала искать информацию, как можно закрыть эти проблемы. Вот тогда я познакомилась с такими течениями, как вегетарианство. Ну, в принципе, как вообще правильное питание. Я уже вегетарианка 5 лет, и я пришла к тому, что тут не смысл в вегетарианстве, а именно в сбалансированном питании. То есть, если мы не кушаем мясо, то у нас должны быть другие качественные белки. У меня было 2 рецепта вегетарианских котлет, и я начала активно внедрять в рацион овощи. Тушеные, свежие, клетчатку. Вот. И постепенно просто начала убирать мясо. В основном блюда – это бобовые и молочные продукты. То есть чечевица, фасоль, горох, нут – это то, что вот у нас в рационе постоянно. Ну и качественные сыры. Много лет я жила, как все, питалась сосисками, мясом. А потом я начала заниматься йогой, да, и постепенно я поняла, что без животной пищи мне легче, организму легче. И самый потом главный был критерий, был летний пост, да, перед яблочным спасом. И вот я решила, что 2 недели, да, я вот буду постить. Вот. И вот в тот период я поняла, насколько лучше чувствует себя организм, насколько мне легче, комфортнее. Я придерживаюсь правила тарелки. Вот, невзирая на то, что нет животного белка, да, но у меня тоже 50% это салат, 25% это углеводы, да, ну и белок, ну, соответственно, чаще всего он растительный. Иногда, очень редко я ем рыбу. В современности для веганов созданы все условия. Крупные сети ресторанов предлагают растительные аналоги своих блюд, а найти бургер уже не проблема. К тому же, необходимый человеческому организму животный белок можно получить не только из мяса. На вопрос, получает ли вегетарианец все важные микроэлементы, ответ – да. В нашем магазине есть несколько отделов со здоровым и правильным питанием. Есть отделы для покупателей-вегетарианцев. Основная масса продукции изготовлена из соевого белка. Поэтому для организма, для человека все есть витамины и то есть, всего достаточно. В торговой сети появились новинки, правильные чипсы из нутовой муки, из кукурузной муки. И есть умные сладости, которые основаны на сухофруктах. Конечно же, ряд проблем медицинского характера, который касается здоровья жителей города и в целом страны, достаточно обширный, и списки можно вести бесконечно. Появляются новые вирусы, а к ним в разработку и методы решения. Все задачи ложатся на плечи наших медиков. В их руках наше здоровье и жизни. Медициной нужно гореть, нужно любить свою профессию. Сегодня в сфере здравоохранения Бобруйска трудится почти 6 тысяч человек. И им на подмогу совсем скоро придут новые молодые специалисты. В настоящее время в колледже обучается 394 учащихся по 2 специальностям – сестринское дело и лечебное дело. На сестринском деле учащиеся получают специальность медицинская сестра, на лечебном – помощник врача или фельдшер-акушер. Я учусь на первом курсе лечебное дело, специальность моя так называется. Я выбрала медицину, потому что, во-первых, это всегда очень пригодится в жизни. То есть, несмотря на ситуацию, и главное, чтобы оно сначала как-то в душе лежало. И также медицина сейчас довольно важна. Она продвигается, расцветает, и очень интересно даже за этим наблюдать, особенно когда ты это делаешь не со стороны, а участвуешь во всем этом. Это достаточно интересно и познавательно. Сначала я планирую работать в поликлинике, потом, если получится, то пойду работать на скорую. Если вдруг еще лучше все будет, то хочу пойти получать высшее образование тоже в сфере медицины. Поступил в медицину по зову детства, то есть мне с детства нравилось помогать людям, общаться с ними. На занятиях у нас подразделяется на теорию и практику. На практике мы отрабатываем практические навыки, работаем руками, а на теориях мы производим начитку, просто запоминаем информацию, которая понадобится в будущем. В перспективах отучиться, отработать по целевому договору и пойти учиться дальше на специальность анестезиолог-реаниматолог.
Около 90% жителей Беларуси считают, состояние здоровья зависит прежде всего от них самих и правильно делают. Результаты исследований среди белорусов показали, только каждый второй ответил, что ведет здоровый образ жизни или придерживается его основных принципов. Причины, которые мешают приобщиться к показательному ритму – отсутствие упорства, воли, настойчивости и недостаток времени. Такая схема работает в любой привычке, что очень мешает. И чем раньше пострадавший это поймет, тем для него лучше. Изменить свою жизнь можно в один миг. Неважно, сколько ты употреблял, да, даже когда я говорю о том, что идет разрушение нервных клеток, и человек навряд ли сможет потом в дальнейшем ходить, ну, нормально, да, чувствовать свои ноги. Но при этом, при всем, все равно нейронные связи начнут в голове нашей искать другие пути, и человек все равно сможет жить полноценной жизнью. Процесс лечения происходит в зависимости от того, на какой стадии употребления сейчас находится человек. Если он непосредственно сейчас употребляет, то должна проводиться детоксикационная терапия, то есть вывод токсического вещества из организма человека, в дальнейшем реабилитация. Наши специалисты участвуют в различных профилактических мероприятиях, это как профбеседы, лекции, ездят в различные учреждения, школы, военные части, ходят на мероприятия в УВД для лиц уже, скажем так, состоящих на учете в инспекции там, по делам несовершеннолетних, если это связано с несовершеннолетними, или, в принципе, в УВД Бобруйского горосполкома для взрослых людей, которые тоже состоят уже на каких-либо формах наблюдения и учетах. В первую очередь, как бы, нужно обратиться к доктору, то есть рассказать все, что происходит, попытаться уловить связь какую-то с какими-то веществами, с какими-то там событиями, с каким-то сезоном, то есть, ну, у каждого своя история. И в зависимости от этого рассказа уже как бы доктор будет говорить, какие пробы можно сделать. В аллергологии существуют разные варианты тестирования. То есть есть те, которые проводятся непосредственно на пациента. Это кожные тесты, это здесь у нас проводится у нас в поликлинике. Есть варианты лабораторной аллергодиагностики. Там тоже он не один, там несколько вариантов. Но это все лучше согласовать с доктором, который посоветует, что конкретно делать, чтобы не сдавать то, что не нужно. Завтрак обязательно должен быть с жирным приемом пищи. То есть, например, если это каша, то туда добавить сливочное масло. Если это что-то мясное, то тоже, опять же, оно может быть жирнее. Даже тот же сало – это не демонический продукт, но он вполне очень хорошо будет работать именно с утра. В обед это такой самый комплексный прием пищи, а уже ужин снижаем. Больше клетчатки, больше белка и снижаем углеводы. Ну и питьевой режим. Прежде чем переходить на вегетарианство, нужно разобраться с принципом здоровой тарелки. Вообще просто с принципами здорового питания, сбалансированного. И только потом уже вот эту часть животных белков заменить на растительные и научиться готовить хотя бы 2-3 блюда, вот именно вегетарианских котлет, и только тогда переходить. Потому что основа – это сбалансированное правильное питание. На мой взгляд, первое, с чего нужно начинать, это сдать анализы вообще, насколько у вас позволяет ваша биохимия, да, вообще убрать белок из питания, такой животный белок, потому что часто это большая ошибка на самом деле. Я никого не призываю к вегетарианству, я считаю, что к этому человек приходит самостоятельно, да, что это его выбор.